31 декабря этого года вводится новая система тарификации проезда на столичном общественном транспорте. В выигрыше будут те, кто ездит чаще и больше. Сейчас в Риге 135 видов билетов, их сократят до 6 видов, а 14 видов скидок сократят до 2. Скидки для школьников, пенсионеров, инвалидов и других групп сохранятся. Рассматривается возможность сделать бесплатный проезд для работающих пенсионеров. Теперь разницы для проезда рижан и нерижан больше не будет. Ранее для рижан поездка на 1 час стоила 1 евро 15 центов, для нерижан 2 евро 30 центов. А временной билет на 1,5 часа для всех пассажиров будет стоить теперь 1 евро 50 центов. Билет на 5 дней будут продавать за 10 евро, на 3 дня за 8, а на 24 часа 5 евро. Гораздо выгоднее станет покупать проездные билеты, они будут служить всю неделю на все маршруты. Теперь все месячные проездные билеты будут стоить 30 евро, и это будет дешевле, чем раньше проездной на один маршрут транспорта. Все проездные билеты на месяц со скидкой 50%, как то студентам, медицинскому персоналу, педагогам, будут стоить теперь 15 евро. В проигрыше, к сожалению, будут те, кто покупал проездной билет на один маршрут. Таких пассажиров у Риги Сатексме менее 1%. А также не понравится нововведение тем, кто покупал билет на одну поездку. Теперь вместо 1 евро 15 центов билет будет стоить 2 евро. Зато выгоднее станет покупать временной билет на 1,5 часа на все виды транспорта. Причин таких изменений несколько. Во-первых, самоуправление продолжает стимулировать жителей пересаживаться на общественный транспорт и пользоваться всеми его маршрутами. Во-вторых, нынешняя система билетов слишком громоздкая и сложная в управлении. В-третьих, предприятию необходимо решать вопрос безбилетников и нехватки контролеров, а также стимулировать людей платить за проезд. Для большой категории граждан-пассажиров данные нововведения выгодны, поэтому предприятие Регисатексме считает, что безбилетников станет меньше. Мы также призываем обязательно платить за проезд. С подешевшими проездными не платить будет просто неприлично. Переход будет осуществляться в дни в конце года, когда проезд для всех в Риге горожан будет бесплатный. Переходный период, чтобы воспользоваться прежними билетами, будет 60 дней. А получить обратно деньги или поменять на новые абонементы свои билеты можно будет в течение 12 месяцев с момента приобретения. Мы уверены в том, что главным путем для повышения популярности общественного транспорта является его удобство и развитие сети маршрутов, а не упражнение с ценой билетов. Русский Союз Латвии по-прежнему настаивает, что нужно использовать опыт всех городов, где общественный транспорт бесплатный, и перенять этот опыт в Риге.